Доброе утро. Начинаем наш операционный день. У нас сегодня на столе пациентка после двух родов. И, конечно, у нее есть выраженные изменения наружных половых органов, влагалища, рубцовая деформация промежности, опущение. Сегодня будет ей выполнено полное восстановление, пластика передней стенки, задней стенки влагалища, пластика мышц промежности и пластика малых половых губ. То есть все нарушения, которые возникли после родов, и возрастные изменения пациентки будут полностью устранены за одну операцию. Живите здраво!